Добрый день, дорогие друзья. Ну вот я сместил камеру, и теперь вы видите другой пейзаж. И я думаю, что он тоже вам приносит наслаждение. Я же в этом месте с вами поговорю еще об одной ошибке, которую совершила Русская Православная Церковь в последнее время, и поправить которую, на мой взгляд, можно. Можно. Но надо для этого кое-какие вещи сделать, в том числе и, может быть, в уставе РПЦ. Итак, вот смотрите, я вам одну из ошибок указал на то, что у нас централизация власти в церкви привела к тому, что насквозь имущество стало принадлежать епископу, ну и патриарху через епископа. И нет совершенно никаких прав, никаких возможностей у общины. Все. Она для того, чтобы что-то сделать, должна сначала к епископу обратиться, а если это дело сложное, надо к нему попасть на прием. А священники говорят, что месяцами можно не попасть на прием. Поэтому никто ничего не делает, и все свое имущество и свои, значит, права, грубо говоря, забыли. Больше того, все превратилось в страх. То есть все священники боятся, не знают, как им быть, епископы боятся и не знают, как быть. И действительно, тут вот слышу, как опять фразу, что какому-то епископу отвечает, если он пришел и жалуется на выгорание, ну дай ему задание в два раза больше, и тогда, может быть, не будет выгорать, пусть крутится. Но это вот, конечно, не очень правильно. Но есть еще одна крупная ошибка, которую церковь совершила, попытавшись быть самостоятельной. Она ушла в то, что в ней все-таки главным и попечением пользуются, и, в общем-то, правами основными – это богатые люди. Это богатые, это власть имущие, и вот это якобы заповедь, что вся власть от Бога, которая в принципе переделана, вся власть духовная от Бога, то есть вот ангелы там, вот эта власть, а эта власть не вся от Бога, только та, которая духовна, которая божественна, у которой соблюдены все правила, в том числе там церковные, например, власти или престола наследия и престола влияния, тогда мы можем как-то говорить о том, что она от Бога. А если она сама по себе живет, если она, и некоторые ни в церковь не ходят, ни это, какая же она у нас от Бога? Или ходит, да, живет совершенно по-другому? Она не от Бога, конечно. Поэтому нет оправдания церкви, то, что она сделала главными лицами своей паствы – это богатых, состоятельных и власть имущих людей. И основная эта масса, получается, прихожан, которые должны быть духовными и составлять вот эту святость церкви, она в какой-то степени брошена. Или по сравнению с этими людьми унижена. Или к ним отношение не такое, как вот могло бы быть или должно бы было быть в церкви, когда они в нее пришли. То есть на самом деле церковь не должна вообще иметь каких-то таких позиций в отношении с людьми, которые отличаются от того, что он бедный или богатый. На самом деле все должно было быть как-то определено, грешный или безгрешный. То есть если ты грешный, то ты подвержен какими-то там прещениями, у тебя есть какие-то наказания за то, что у тебя, ну, есть у нас целые, значит, этих епитимий серия. А если ты более-менее праведный, то тебе нагрузки, у тебя необходимость, значит, какая-то деятельности и все остальное. Но ведь это не так. У нас ведь ты сколько хочешь можешь быть безгрешный, но если у тебя нет денег и нет у тебя власти, то ты так и будешь так вот
ходить и ходить просто в церковь. А если есть деньги, если есть еще какие-то, значит, все, ты можешь венчаться, как тебе угодно. Ты можешь детей крестить, значит, сколько хочешь, с кем попало, и в крестных брать любые лица, которые часто никакого отношения к церкви и не имеют. Поэтому, друзья мои, ну, не могу не показать вам такую красоту. Вы посмотрите, что тут на льду творится. Я просто гуляю, а у меня тут легкий шок от той красоты, которая образовалась с морозом. Вот. Поэтому я считаю, вот это крупная ошибка. И вернуться-то она уже не может в то состояние, где она с бедных людей, грубо говоря, оставила, а с богатыми связалась. Но самое-то интересное, что и богатые-то сейчас не могут особого отношения к этой церкви поиметь и как-то ей особенно помочь, потому что вот эта вся форма, ну, в том числе борьбы с коррупцией, раньше ведь он дал и похвастался в церковь, и еще говорит, вот я храм восстановил, вот я там еще чего-то. Теперь ему надо сказать, откуда он деньги взял, как он это дал. У некоторых какое-то время даже было такое понятие, что некоторые руководители регионов, или они прямо вот как индульгенция за то, что ты воруешь, было, что ты в церковь вкладываешь. И поэтому эти лица старались получить от церкви грамоты, тем более награды какие-то, деньги за это давали. И таким образом они как бы защищались. Вплоть до того, что, знаете, у меня есть знакомый, у которого там грамоты были. Он говорит, даже пожарная инспекция приходила, глянет и говорит, о, смотри-ка. Но он, правда, честно все, правда, и хорошо давал. Сейчас не могут ведь просто так взять, надавать денег, и церкви от этого хорошо. Поэтому это крупная ошибка. Поправить как можно? Поправить можно, если все-таки в уставе будет прежде всего общин права восстановлены. То есть, если община живет самостоятельно, она будет нацелена на всех лиц. И любой, кто отвержен в этой общине, он сможет к ней как-то апеллировать. А сейчас община не имеет никаких прав, и священник, грубо говоря, не имеет никаких прав с этой общиной вместе. Поэтому он нацелен на то, чтобы все-таки оставалась та часть прихожан, которая деньги дает и не жалуется. И главное, не жалуется. Вот. А остальные идите, идите, идите. Вот так. Вот такая ошибка. В Евангелии нет указаний на то, чтобы как-то выделить богатых. Там богатых, ну, Закхеи все время вспоминают, что вот он там пошел, там это, да, Христос к одному, значит, богатому в гости приходил, но ведь он не выделял их, и мы даже и не слышим, а как они поддерживают Христа. У Христа Иуда ходил с ящичком, там какие-то средства клали, но средств не было, помните, у них там надо собраться, а люди голодные. И все, что Христос сказал, ну, 5 хотя бы рыб и этих купите, хлебов, денег больше не было. А уж потом он из них сделал столько, сколько нужно. Так что, друзья, проблема денежная или обеспечение материального у церкви, конечно, огромная. Тем более, что все меньше у них каких-то таких привилегий именно таких вот от местных властей, то есть и электричество у них перестали
бесплатно давать, и на отопление тратится, и все остальное. Вот. И в этом униженном состоянии она не может вот просто взять и сделать Святую Церковь, которая для всех. Для всех. Ей приходится, вот, грубо говоря, лебезить перед этими богатыми и властными. Иначе просто не выживешь. То есть масса храмов, где сейчас уже просто не могут выжить священники, и у них нет средств на существование. Вот так. Помоги всем Господь. Не знаю, как выйдет церковь из этого положения. В том виде, как сейчас, я не вижу выхода. Аминь.